Спорт должен быть массовым, а значит доступным. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, выступая с ежегодным отчетом, подробно остановился на основных достижениях в сфере спорта. В 2021 году округ занял первое место в Московской области по показателю доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом. В первую очередь создаем условия для занятий как профессионалов, так и всех жителей. Наш главный приоритет сейчас – это стадион «Спартак» в городе Звенигород. Мы наконец-то начали его полноценную реконструкцию. И не нужно повторять и даже говорить, насколько он важен для жителей Звенигорода, какую в том числе историческую ценность он представляет для горожан. На стадионе «Спартак» появятся беговые дорожки, скейт-парк, теннисные столы, тренажеры, площадки для волейбола, баскетбола и многое другое. Реконструкцию спортивного объекта обещают завершить к 870-летию Звенигорода. Возможность жителей заниматься физкультурой рядом с домом в любой точке округа. Это в первую очередь спортивные площадки, коробки, воркаут-зоны, доступные для всех тренажеры. Мы их ремонтируем, приводим в современный вид, где-то устанавливаем новые. И, конечно, это проект «Открытый стадион». Мы делаем школьные стадионы доступными для занятий всех желающих. Руководитель муниципалитета подчеркнул, что все спортивные площадки соответствуют всем нормам и достойно обслуживаются. Работа по развитию спортивной сферы будет продолжена. В округе будут строиться новые и ремонтироваться старые объекты. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».